исполняющий обязанности Амурского городского прокурора, утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в тайном хищении чужого имущества, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установлено в ходе предварительного расследования, после освобождения из исправительной колонии, где обвиняемый ранее отбывал наказание в виде лишения свободы, он вступил в местную религиозную организацию «Общину города Амурска централизованной религиозной организации Дальневосточный союз церкви христиан-адвентистов седьмого дня». Будучи прихожанином данной организации, мужчина с позволения пастыря религиозной организации проживал в летней кухне на территории дома, где осуществляла свою деятельность религиозная организация, так как не имел постоянного места жительства. Одновременно с тем выполнял функции сторожа, иногда проводил уборку в молитвенном доме, в связи с чем имел ключи от указанного дома. Служители церкви и прихожане доверяли ему. Однако, как установлено в ходе предварительного расследования, в марте 2018 года злоумышленник, зная о том, где хранятся денежные средства, принадлежащие организации, собранные за счет пожертвований прихожан, зашел в комнату молитвенного дома и болгаркой распилил замки сейфа, откуда похитил денежные средства в сумме 18 тысяч рублей. Часть похищенных денежных средств в ходе предварительного расследования возвращена. Совершенным преступлением местной религиозной организации «Общине города Амурска централизованной религиозной организации Дальневосточный союз церкви христиан-адвентистов седьмого дня» причинен ущерб на общую сумму 18 тысяч рублей. Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело, исполняющее обязанности Амурского городского прокурора, направлено мировому суде для рассмотрения по существу.